А перед просмотром видео я хотел бы посоветовать канал Винчестера. На его канале вы сможете найти различные темы в Майнкрафте, такие как иллюзии, дома-убийцы, различные механические постройки, такие как телефоны и другие. И у него есть одна из самых интересных тем, это обзор на другие обзоры. Ссылочка в описании, и всем приятного просмотра. Всем привет, ребята! Если вам нравится Pixelmon, то ставьте лайк, и не забываем то, что если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве, ровно через 9 часов после того, как выйдет эта серия. То есть, если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Я благодарен вам за каждый лайк, за каждый комментарий, который вы ставите, за то, что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждении нового видео. Но, ребята, не забываем, если вы хотите новую серию, то поставьте лайк, и новая серия еще выйдет сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десант. Мы продолжаем играть Майнкрафт. Чё-то я случайно тут траву уже ломаю. Так, ребята, в принципе, давайте-ка мы сейчас дальше пойдем на остров. Нам еще осталось прокачать 3 уровня Лифиону, потом беремся за Вибраву, мне так кажется, а потом, ребята, мы прокачиваем прокачиваем эту команду, да, если у нас хватит, в принципе, Ракенди для того, чтобы ее уже прокачать. И потом, ребята, как я говорил, нам нужно будет быстренько, прям, ребята, даже не парьтесь, так прям быстренько слетать в ад, чтобы надыбать себе там парочку стаков, да, парочку стаков, так звучит, как бы парочку глустонов, да, но парочку стаков глустона, сами понимаете, ребят, почему, потому что без глустона мы не сможем делать Ракенди. А без Раркенди мы медленно будем прокачивать наши команды. А команд там, ребята, еще осталось дофигище. Потому что я уже хочу новый сезон, чтобы ловить всех новых покемонов. Поэтому, ребята, я не перехожу на новую версию, чтобы потом, когда сделать новый сезон, чтобы много было покемонов. И как я знаю, мне кто-то говорил или где-то писал в комментариях, я читал, но я, ребята, забыл, какие покемоны. Говорили, что на следующей неделе выходит новая версия, и там будут 3 новые легенды, то есть 3 новых легендарных покемона. Без исключения, точнее, с исключением Лугии, потому что Лугия это уже сейчас в этой версии есть, но как бы они выпускают еще одну версию, где будут еще парочку новых легендарных покемонов и может добавят еще какие-то новые покемоны и все такое. Но, ребята, я говорю, нужно быстренько вот это все докачать и чтобы уже переходить на новую версию. Но, ребята, вы сами понимаете, что чем, не чем дольше, как это можно сказать. Смотрите, ребята, какая фишка. Если я сейчас перехожу на новую версию, что будет? Тот же мир, те же покемоны. У нас будут уже все покемоны, за исключением там парочки новых легенд и парочки новых покемонов, которые там добавили. Все. Что? Давайте, ребят, просто рассудим, что мы будем делать. Мы возьмем, словим новых легенд, ну, как бы постараемся словить, да, словим новых легенд. Так, словим тех покемонов, которых добавили, ну, там, штук 10-20, то есть мы походим, половим, да? Мы их словим, ну, допустим, за серии, так, 20-30, мы словим всех обычных покемонов, даже меньше за серии 15. Если будем искать там легенд, то может еще там парочку серий, ну, как это, как они там уже захотят заспавиться и все такое. То есть, если мы сейчас обновим версию, то это продлит сезон, ну, где-то на серии так 30. Потому что у нас уже есть магазины, у нас уже есть экономика, у нас уже есть все. То есть у нас есть куча покеболов и все такое, и все остальное. Что мы будем делать? Вот сейчас я обновляю версию, захожу, ловлю новых покемонов, добавляю их в компьютер. И, ребята, мы дальше продолжаем прокачивать нашу команду так же, как сейчас, только с новыми покемонами. А, ребята, если мы сейчас будем их прокачивать, вот этих покемонов, что сейчас у нас есть, то потом уже, ребята,
до тех пор, пока мы прокачаем всю нашу команду вот эту, и всех наших покемонов, которые у нас есть, еще один мастербол, нифига себе, и всех покемонов, которые у нас есть, то до тех пор они добавят еще не одну Лугию, и потом не еще парочку легендарок, и не еще парочку каких-то новых покемонов, а добавят, ребята, там еще дофига новых покемонов, и тем же лучше, потому что чем дольше мы будем прокачивать наших вот этих покемонов, а ты что, куда ты делся, почему я тебя вызвать не могу, чем дольше мы будем прокачивать вот этих покемонов, тем больше они, можно сказать, ну, будут работать над модом, и тем больше до того времени они сделают новых покемонов и добавят версию. И, ребята, у нас уже Лифион 52 уровень, пока я говорил, то мы ему уже прокачали 4 уровня, нифига себе. У меня что-то... Так, ребята, давайте посмотрим. Сизер у нас уже 54, Лантур 52, Лифион 52. И сейчас, ребята, нам нужно браться за Вибраву. Как-никак, давайте постараемся ей прокачать, 9 уровней. То есть нам сейчас нужно прокачать 9 уровней, как ни крути. Давайте посмотрим, будет ли она вообще... Давайте, если этого убьет... Опа! С одного удара... Если вот этого убьет хотя бы с трех ударов. Трех, конечно, не убьет, но где-то... В принципе, мы всегда так качались, даже тем же Гравелером мы тут не прям так быстро качались, а он тоже где-то убивал так с 5 ударов. И что, в принципе, это нормально. Потому что это кто там? Потому что, ребята, сейчас, пока мы прокачаем Вибраву, вот мы уже уровень прокачали. Пока мы ее прокачаем, то Каракоста уже будет где-то 40-й, 43-й, где-то, мне так кажется, 44-й. И также Нидоквин тоже где-то приблизительно... тоже где-то приблизительно такой будет. Поэтому, ребята, потом, если нам не хватит Раркенди, чтобы... Да почему Нидоквин? Я же не тебя вызывал. Не знаю, почему она вызвалась. И потом, ребята, посмотрим, если там еще нам не хватит Раркенди, да, чтобы прокачаться полностью, чтобы полностью прокачать эту команду, то, ребята, мы быстренько сбегаем на бишарпов, потому что их на них тоже нужно прокачиваться. Так, Вибрава. Вибрава уже 43-й. Отлично. Еще 7 уровней прокачаем. Каракоста 40. Фиг его знает. Давайте, ребята, сначала прокачаем Вибраву, а потом посчитаем, сколько точно нам не хватает уровней. Если хватит 57 или сколько, 56 Раркенди, или сколько там у нас еще, посмотрю. 56. То, ребята, мы пойдем еще к Каракосте, прокачаем парочку уровней. До тех пор, пока нам, не хватит этих всех Раркенди. Потому что нужно, чтобы хватило. А в ад пойдем уже, ребята, с новой командой. Чтобы для нее уже набить Раркенди. Так. Я же, ребята, цены уменьшил, но все же... Сейчас у нас не хватает глоустона, который нужно пойти и добыть. Так, в этом чурке опять сражаетесь. Во, этого можно убить, как раз ты нам уровень дашь. Так, только не убивай, пожалуйста. Да твою ж... Ух, иди сюда. Так, на тебе. Что там, кто-то пару уровней заработал? Опа, киндер. Да хрэ в бои вступать. Так, ох, попал. Ух, нифига себе ты. Хотя бы вот этого убей и дай нам уровень. Опа, Вибрава эволюционирует на 45-м. Давай, Вибрава. Сейчас мы уже, в принципе, на тебе сможем летать, но небольшой смысл. Давай, Вибрава. Прокачивайся, точнее, эволюционируй. Отлично, Флайгон. Я не знаю, ребята, все равно мы и так тут... Качаемся на вот этих. Давайте, ребята, идем поспим. Вроде киллеры только днем спавнятся, как я заметил, поэтому как раз нам они и нужны, чтобы быстрее прокачаться. Сизру, ребята, еще 5 уровней осталось. Лантурну, сейчас посмотрю, сколько. Лантурну 8, то есть 13 уровней осталось. Потом с Лифионом 21, если я правильно считаю. Потом Каракоста 41.
Ух, нет, ребята, не хватит, не хватит. Нам еще как минимум Вибраву к 55-му нужно. Ну, к 50-му. И Каракосту хотя бы к 45-му. И вот тогда хватит, мне кажется. Потому что сейчас я уже загнул, они там 40-е уровни, а я уже хочу их 40-е прокачать. А до тех пор, пока мы прокачаем Вибраву, там еще парочку уровней поднимутся. И что, в принципе... Опять. Вот, каждое утро они спавнятся. Но сейчас не два заспавнились каким-то багом, а только один. Ну, фиг её знает. Так. Так, кончилось. Как и вот эти хилы бесконечные. С одного хила лечится все здоровье и... На тебе. Так. Флайгон, давай-ка ты тебе... Харе уже... Такой голос противный. Флайгон! Флайгон! Что-то я давно не слышал, ребята, покемонов, когда вступают в бой, чтобы они говорили свое имя. Например, тот же Сизер. И, например, даже когда выкидываешь их в воду, они не в воду, а вот так. Они что-то перестали разговаривать, мне кажется. А вот этот чудак разговаривает. Фиг его знает почему. Так, ладно. Ну, харе, ну прекращай, ну у тебя такой голос противный. Что-то не очень хочется слышать его. Так, иди-ка ты сюда. Отлично, там еще два кингера. Ну давай, три уровня и все. И будь уже тихо, пожалуйста, пожалуйста, достающий Флайгон. Ты... Вас, ребята, не бесит этот голос его? Если бы он еще раз там в 5 минут сказал, хорошо. А то он каждый... 2 секунды. Раздражающий. Давай быстро, тебе еще 2 уровня, иди нафиг. Я сейчас наушники сниму. Я не знаю, ребята, меня что-то так раздражает его голос, если честно. Не знаю. Не знаю, ребята, почему. Фиг его знает. Так, ладно, давай быстренько 2 уровня. Иди нафиг, Флайгон. Хренач, хренач, прям бубух. Давай, еще один. О, отлично. Гайпербим, бра-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 
рекорды побивать, как можно быстрее прокачивать наши команды. Так, Хренакс. Отлично. Хренакс. И еще раз. Отлично. Ну какой ты? Опа. Ну. Да ударь ты его. Ты что, издеваешься? Ну? И еще раз. Ну, да, Эрткюиком этого нету смысла бить. Ну, в принципе, да, и Сайзера, Сайтера. Так, Эртпауэра, бара-бара-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Спиро. Еще один Спиро. Сколько у тебя этих Спиров? Еще раз. Раздражающий Флайган. Так. Да сколько у тебя этих 30 Сайтеров, 30 Спиров? Или сколько там? Наконец-то, ребята, все. Какой он там уже уровень? Давайте еще еще одного убьем, чтобы посмотреть, какой он там уровень, потому что я... Ну, давайте уже ему этот уровень докачаем, чтобы еще плюс один был. Харе, харе, харе! Харе! Ну, сговаривай. Так, давай, 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 быстро. Вот только вот этот, ребят, я не знаю почему, но другие почему-то не разговаривают. Я, если честно, давно не слышал голоса покемонов, я на это внимание не обращал, но после вот этого раздражающего Флайгона я что-то как-то заметил, что они перестали разговаривать, но вот этот как-то очень много говорит. Ну убей ты еще. Ну скажи еще 30 раз, еще раз. Пожалуйста, скажи еще раз. Еще раз, давай. Ну еще раз скажи. Ну на, и давай, пожалуйста. О, прям офигенный голос, твою ж. Так, ладно, выкинем нафиг вот это. Все. Это снимаем, берем Каракосту, давайте. Ставим сюда и ставим сюда. Ну что, ребята, в этой серии... Я не знаю, успеем ли мы прокачать Каракосту. Вряд ли, конечно. Тут она фиг прокачается. Ну, если постараться, то хотя бы
к 45-му, если мы ее прокачаем, это уже зашибись будет. Да твою ж. Плюс 3 уровня, это уже будет офигенно. И на 3 ракенди меньше использовать. Ну, хотя бы мы уже Флайгона прокачали. Что классно. Так, ну давайте, 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 ребятушечки. Да, что-то как-то не очень попал. Так, опа. Давайте, там еще я вижу. Ну, давайте сначала вот этих. Так. Да, этих мы долго будем убивать, поэтому, мне кажется, лучше сразу вот так делать. И плюс к тому мы еще и лантурну прокачаем, может, 1-2 уровня, что, в принципе, замечательно, потому что, сами ребята понимаете, парочку уровней прокачаем, и на парочку раркенди нам меньше нужно будет использовать. Так. Так. Давай, ты уже 43-й. В этой серии, ребята, мы уже, наверное, прокачаем нашу команду, мне так кажется. Я на это надеюсь, ребята. Так, ладно, давайте лантурно сейчас быстренько. Опа. Я сказал опа. Ты что, издеваешься, что ли? Во, еще раз. Еще раз. Отлично. Оу. Так, вот так. Там босс, но туда долго плыть. Так, отлично. 44-й. Иди-ка ты сюда. Так, отлично. Быстро. Быстро, ребята, мы уже, если честно, начали как-то прокачиваться. Так, давай. Отлично. Нормально опыта дала. Еще если тебе. Я сказал, если тебе. О, давай. Так, ну что, о, это кто там? Кто там? Эконс. Ну, ой, ну давайте еще Эконса постараемся. О, нет, сначала Киндлера. Так, только Эконс, ты там не пропадай, еще постой немного. Так. Так, отлично. Ой, ну ты зараза. Так, где, вижу, побежали. Брум-бум-бум, так, мы тут. Ой, во. Ух, ну, тебе мы, ну, не скажу, что долго, но не очень быстро. Ну, зато ты уже нам уровень дашь, я на это надеюсь. Я вижу, там еще один Эконс прям крутится, прям задница у него чешется напасть. И смотрите, сразу нападает. Давай, я жду. Давай, о, я ждал. И там еще один Эконс крутится, прям охренеть, они там сговорились, чтобы все по очереди напасть. Так. Ну что, ребята, давайте посчитаем. 5 уровней Сайзеру, 7 уровней Лантерну. То есть получается... Извиняюсь. То есть получается 12 уровней. Так, давайте еще вот этого быстренько. Ну, сразу на Лантерна. 12 уровней. Потом 7 Лифиону. Ну, ща. Давайте тогда еще вот этих быстренько перебьем, которые тут большие уровни. Так. За них еще, может, какие-то там 1-2 уровня набьем, и что, в принципе, будет офигенно. Ай, кончилось. Так, во. Вот и уже какой-то один уровень. Ну, еще один уровень каракости. Так. Больше. Я никого толком не вижу. Еще вот этого. Так. Ну, смотрите, Лантерн уже 46-й. То есть ему еще 4 уровня бы прокачать, и было бы вообще замечательно. Но это уже как получится сейчас. Так. Еще раз. Вот в этого только Бластойзе, как я понял. Нет, не только. Так. Отлично. Опа. Я как-то не за... Ну, понятно. Так, ладно. Он нам, ребята, не нужен. Он у нас уже есть, кто не знает. Мы его давно уже ловили. И он был в наших первых командах, я так помню. То есть... Сразу где-то второй-третьей команде он, ну, точнее, мы его уже прокачали, да? Ну что, ребята, давайте почти... Нет, не давайте, а давайте еще киллера убьем. Нифига себе как-то. Так, о, ты нам как раз уровень дашь. Замечательно. О, Сизур 56-й. 4 уровня, потом Лантурн 7 уровней.
получается 11 уровней вместе. Потом 7 уровней для Лифиона получается 18 уровней. Потом 13 уровней для... Да твою ж, 13 уровней. То есть сколько? 11, 18. Потом 13, то это получается 28, 31. Потом 9, это получается 40. И потом 16, это... Да ну нафиг, ровно 56 получается. Это второй такой случай, ребят, второй раз, когда мы прям прокачиваем до той метки, до скольки у нас есть вот это, Rare Candy. Давайте посмотрим, правильно ли я посчитал. 50 ядро. Так, ладно, 58, 59, 60. 57, 8, 60. Каракоста. Ой. Так, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ой, 10, какой 10? Так, Флайгон. Какой-то там 57, 8, 9, 60. Ху. Так. Так, 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 давай. Еще парочку Rare Candy. Шестидесятый. Офигеть, ребята. Прям в точь. Так, ребята, Сайзер. 60 уровень. Потом Лантурн. Потом Лифион. Потом Каракоста. Потом Флайгон. Флайгон. И потом Нидоквин. Замечательно, ребята. Мы прокачали еще одну команду, и это не знаю какая по счету, 12 или 13 команда по счету. Фу. Ну что, ребята, в следующей серии мы выбираем новую команду и идем в ад за новой партией Глоустона. Или пока что не идем, ну точнее идем, но не выбираем новую команду, потому что там нужно будет летать, а... Флайгон нам в этом поможет. Ребята, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.